Привет, друзья, с вами Кэрникс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld Alpha 15. Итак, в нашей ситуации. Мне в комментариях потыкали меня носом в самое разнообразное дерьмо, которое я неправильно сделал. Я, конечно, этому частично и рад, но частично удивлен, потому что ранее такого не было. Активного взаимодействия, скажем так. Ну ладно. Первое, что здесь назначена медкровать, поэтому Пип не может здесь спать. Далее. Мы с ним просто беседуем вместо того, чтобы его вербовать. Так, медицину уберем. Так, далее. Нам нужно больше еды. А чтобы было больше еды, нам нужно больше энергии. Энергии у нас выходит недостаток, потому что у нас почему-то очень короткий день в целом. И тем самым энергия не особо успевает набраться. Поэтому мы, скорее всего, сделаем с вами ветряки. Где-то здесь, наверное, их втулим как раз. Только эти камни надо будет поубирать. Я думаю, они будут препятствовать. Вот, а пока здесь у нас они должны лампы выставить, цветочки и кабель провести. Давайте еще сразу доделаем тогда вентиляцию в комнату и построим вход. Вот уже неплохо, мне уже нравится. Так, видите, энергия прям на грани у нас сейчас. А сейчас мы еще и лампы включим. А, ну мы же новые аккумуляторы, генераторы добавили. Должно чуть-чуть лучше стать, мне так кажется. Совсем чуть-чуть, но лучше. Minor break risk. У кого? У Бена. Чё как, Бен? Ясно все с тобой. Эми, давай, высаживай. Нужно больше риса. Да, кстати, по поводу приоритетов, давайте все-таки выставим повара. У нас топчик будет Эми. Эми не будет надзорщиком. Надзорщик у нас есть. Животноводным вообще в целом. Ну ладно, пусть будет, но пока не нужен. Строитель. У нас есть шахтер, у нас есть фермер. Да, строительством они будут переменно заниматься тогда. Да, все. Пусть будет так. Так, по оружию у вас там что? Эми у нас не стреляет вообще. Бен, этот пистолет и винтовка. Новый рекрут, Булка. Вы, Булка, зарекрутил, топи, побыренько как, а? Только включили рекрутство сразу. Так, тогда кроватку переменяем. На обычную, Пип, что ты о себе там расскажешь? Ходок, психическая вялость, тяжелая аддикция. Но аддикция нам не страшна. Давай быстренько выставим твои приоритетики. Нет, врач ты, конечно, такой себе. Поэтому с этим ты подождешь. Оператор будешь, садовод будешь. Дальше, во. Животноводом будешь. Тут убираем животноводство. Повар ты очень посредственный. Поэтому ты даже этим, наверное, не занимайся. Как и ты. Далее, охотники. Охотники нам в целом... Не, ну в принципе, знаете что, давайте сделаем из него охотника. Ты же у нас дальний бой, как? Ну более-менее. Вооружись тогда винтовкой, дробовичком точнее. Нормальным будешь у нас тогда псевдоохотником. Хотя он такой себе. Ну пусть заодно скилл прокачает. Давай, у тебя двоечка будет на охоте. Надо, кстати, осматриваться, медведи могут прийти. Медвежата. Так, далее, что у тебя там? Вот, кстати, то, что мы искали. Строитель и ремонтник нам нужен был. Теперь ты у нас, собственно, им и будешь. Так, здесь выставляем единички. Все, приступайте, ребятки, принимайте нового парнишку. Отличного строителя, вообще хорошего парня. Пипчика. Правда, састмейн у нас, походу. Но, я думаю, это не столь важно. Так, поставьте ему тогда лампу. Чё, все такие крутые, а он чё, хреновый или что? Не-не-не. Такой же, как и все. Так, ну а теперь, ребятки, срочно добывайте сталь. Добывайте, долбите тут вот так где-то минимум стали, я думаю. Так, кто у нас вообще долбежом занимается? Долбежом у нас занимается Бен. И только, да? 3, 2, 1. Ну давай ты будешь еще. Так, тебя уберем. А у тебя двоечка, все. Приступайте. Так, с энергией надо что-то все-таки придумать. Ну, ветряки это хорошо. Тут не поспоришь даже. Ветряки это замечательно. Они нам просто и ночью будут слегка поддавать энергии, так сказать. Так, исследование. Кто у нас занимается исследованием? Булка, да? Ну, Булка занимается... А, она у нас единственный ученый. Окей. Так, нам нужны основы микроэлектроники. Приступай, Булка. Так, еще по поводу склада. У нас там небольшая проблема. Давайте пока перенесем сюда. Это удалить. Потому что у нас здесь медикаменты все покосанные. Так, мало лекарств, да я в курсе.
Спасибо за информацию. Так, Пип, ты же не сова, правильно? Скажи, что ты не сова. Нет, ты не сова. Так какого черта ты разлегся? А, у него же расписания нет, собственно. Ну, что хочет, то и делает. Сам у себя на уме. Вот здесь, Пип, чтоб ты знал, у нас люди работают. Так что вставай и пахай. Не, он пошел жрать. Ну, вы понимаете вообще. Ну, что за человек? Так, фермеры у нас кто? У нас один фермер. Этот посредственный, в принципе, фермер. Да, не густо, не густо. О, кстати, здесь надо, ребятки, выдолбить вот эту хрень и поставить здесь дверь. Ну и вместо этой хрени стену нормальную. Вечеринка, открытая область. Так, что за область? А, ну окей. Я, в принципе, рад. Так, выдолбить здесь выдолбят. Там вы хоть соберите эту всю стальку. Тихо, булка. Вот это еще перенеси, пожалуйста. Во, да, так лучше будет. Но в итоге, я так понял, мы копим энергии где-то до 3 из 5 или 3 из 4. И потом она оседает до 1/4. Ну, блин, это плохо вообще-то. Давайте сразу-то будем ставить ветрячки. Давайте сейчас соразмерим. Так, если у нас здесь саркофаг... А почему саркофаг... А, тут комната, я понял. Значит, здесь будет проход, стена, проход. Раз, два, вот. Так. И вот так. Поставим ветрячки, и нам... Нет, нам не хватит стальки для... А, вечеринка, у них пати было. Я думаю, что они там хренью страдают. Да, все-таки 12 мини-плантаций нам никак не хватает риса, поэтому да. Давайте быстренько тогда достроим сейчас ветряки, протянем электричество. И да, уже появится надежда, что нам будет хватать энергии. Так, а во сколько у нас светлеть начинает? В 3, по-моему, да? Сейчас проверим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, энергия что-то уже нехорошо упала. 4. Да, затраты серьезные у нас по энергии выходят. Очень серьезные. В 6 часов у нас только мы входим в 0. По потреблению. Ладно, ладно, фиг с ним тогда. Так, опять же ж таки. Тыся Крайк на улице бежит, зовет на помощь. Она говорит, что ее преследуют пираты из поселения Люди-Медведь. 35 лет. Ну рискнем, чем черт не шутит, правильно? Так, скажи, что ты замечательный персонаж. Искусство. Нахера мне твое искусство? Ну, железные нервы оптимизма, при этом нет простой работы. Ну, ну ладно, сгодишься. Ну, не более чем, серьезно. Не более чем сгодишься. Так, выставляем нашу псевдооборону. Это у нас Пипчик, Бенчик и Булка. Булка, ты где? Опять я забываю про эту панель. А, Булка тут у нас посещает могилу. Так, у нас же штабобёна вроде бы стреляет. Как-никак, да? Где ты, Таиси или как тебя там? Таиси, да. Вроде бы как-никак стреляет. Это замечательно. Так, ты иди сюда, ты иди сюда. А кто из вас... Так, смотрим, кто к нам пришел. Вообще 2, 4, 5 человек. Дубина, винтовка, дубина, снайперская винтовка, дубина и стали. Так, хорошо, меняем нашу тактику. Бен, ты становишься сюда. Нет, лучше ты вообще берешь снайперку. Пип, иди сюда. Булка, ты с винтовкой иди сюда. Таиска, Таиска, где? Эми вообще где шляется? Эми успеет дойти? Не факт, не факт. Так, хорошо, разрешение. Так, вставить все в домашнюю область. Эми с Шуриком домой. А, да-да-да-да-да, Булка в дом заходит. Таисия, где ты? Ой, что-то они сильно быстро появились. У тебя проблем со здоровьем, нет? Гипотермия, зноб. А, беги быстро сюда, бери дробаш. Бери дробаш. Так, еще раз проверяем, кто у нас самый... Скилловый стрелок, Булка и Бен. Так, давайте, давайте, давайте. Мы это все должны очень-очень быстро организовать. Пип зашел в дом, Булка сейчас подходит. Таисия, беги. Просто беги, Лола. Если тебя сейчас снайпер снимет, я буду плакать, серьезно. Ну давай, ускорься чуть-чуть. Так, Эми, Эми тоже давай. Как-то Шуриком постарайся. В дом, милый дом. Так, кто у нас снайперкой? Бен, подойди сюда пока.
Да, Эми вроде успевает. Да-да-да-да-да, все окей. Ты делаешь первый выстрел и текаешь, понял? Мазила! Вали-вали-вали-вали. Так, Таисия, зайди сюда. Так, они нам сейчас все начнут воротить, ломать. А, у нас Пип с винтовкой, с этим, с дробашом, а не с винтовкой. Попадаешь, нет? Нет, не попадает. Булка, ты должен стрелять. Ай, щит, откуда у вас щит, бичи? Боже, да какие же вы косорылые, откуда вы все такие взялись, ну? Так, один попал хоть. Вы представляете, из раз, два, три, четыре человека один только попал по врагу. Ну, не считая попадания в щит. Отходи. Булка, давай. Так, задели. Хорошо. Нам бы вообще еще одного к Пипу поставить, было бы в самый раз. Так, Пип. Все, отмена, отмена, отмена. Так, один у них кровоточит, двое кровоточит. Ну, это уже как-никак. Переменный такой успех. Давайте втроем, в три дулы, быстренько. Пау, пау. Все мимо, все мимо. Так, у них же тоже винтовка стоит, надо об этом не забывать. Минус один, есть такое. Выбейте щит ему. Есть, щит выбили. Булка назад. А, коснули булку. Только не булка. Так, этого порешитель. Так, не разбейте мне аккумуляторы. Точнее, эти генераторы, мрази. Так, Рип, подходи. Пип, Пип, Рип, я его почему-то Рип называю. Это, походу, какое-то признаменование нехорошее. Так, давай, выходи. Так, булка, ну сколько можно этой дубасой по голове получать, ну? Так, еще одного убрали. Давайте, выходим все вместе теперь. Так, самое главное, что у них тот, кто с снайперской винтовкой, он занимается генератором. Это самое главное. Так, сносим третьего, и они, в принципе, начнут сваливать. Мне так кажется. Давай, 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 давай. Найс. Так, у нас есть два... Ух, какой хороший. Праздность и хот-дог, ну, не очень, на самом деле. Но зато он стрелок какой, и общительный до хренища. А этот фермер, блин, нам они оба надо. Стоп, а что у тебя по характеристикам? Устойчивый к жаре, садовод, умственная работа, ремесло. Да похер мне на твое ремесло. Так, вы отсюда валите нахрен. Как мы поступаем тогда? Так, тот, кто умер, мы его раздеваем однозначно. Потому что нам нужна одежда. У нас голая Таисия бегает. Полностью голожопая. Так, их всех мы вообще можем, в принципе, догнать и еще и навалять люлей. Поэтому давайте, давай, поджимаем, 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 поджимаем. Хотя бы сюда встаньте. Ну-ну-ну-ну-ну, давайте, 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 давайте. Покоцали, но не убили. Так, хорошо, пауза. Разрешение не ограничено. Так, нам в первую очередь нужно сделать кровать для Таисии. Нам нужно сделать комнату для заключенных. Поэтому эту комнату мы делаем для заключенных. Кладем сюда еще один спальник. Далее, Таисия, захвати вот этого парнишку. Пипчик, захвати вот этого парнишку. Место для них есть. Отлично, далее, работа. Запускаем долбежку. Сюда это убираем пока. Долбите вовсю. Так, этого мы должны похоронить, чтобы он нам тут не маячил, правильно? Хотя нам советовали сделать холодильник, если у нас там опять медведь появится или еще что, чтобы типа там трупы лежали, а медведь их потом хавал. Ну блин. Ну блин, даже не знаю на самом деле. Кстати, мы же еще винтовку получили, две палки. Они нам, правда, не нужны нахрен. Так, хорошо, давайте оружие мы здесь уберем. Оружие ближнего боя. Так, потом копировать. Вставить. Так, генераторы починим. Эти поставим. Ладно, пока мы все-таки его похороним. Пока мы все-таки его похороним. Вот так, давайте, ребят, приступайте все к работе. Работы валом просто. Так, с этими что у нас? 75%. Очень вероятно завербовать. 85, мы 86 завербовали, так что. У вас заражений никаких там нет. Пулевое ранение, пулевое. Не, все лечится вроде.
Ой, Бен, какой же ты молодец. Боже, чтоб мы без тебя... Ой, затмение, как же не вовремя. А-та-та-та-та, у нас энергии совсем не хватит. Нам срочно надо эти ставить. Давай, Бен, долби. Ты сейчас делаешь комнату для Таиси. А там уже этих двух уродцев мы как-то... Как-то доорганизуем, в общем. Давайте, ставьте эти ветряки. Сколько у нас стали? 60. Ух, не знаю, хватит ли. Ой, не знаю, хватит ли. Ну, должно хватить. Ну, как это не хватит? 7. 16. 8. Да, думаю, хватит. Так, ветряк есть. Я надеюсь, им... Да, ему мешают, наверное, эти камни. Давайте уберем их. Так, Minor Break Risk Таиси. Чё такое? Чё такое? Ужасное самочувствие, хочет есть, гадкое место, невзрачность, бла-бла-бла. Но это мы понятно. А, она занялась у нас исследованиями, окей. А мы, кстати, работу и назначили? Нет, конечно. Зачем? Зачем нам это делать? Так, ты у нас-то про-исследователь, про-художник. Фермер какой-никакой, двоечка пусть у тебя будет. Все остальное ты не задействована. Ты чересчур слаба. Камни уберите, ребята, я вас прошу. Я вас прошу. Так, проложи провода. Давайте. Мы все сможем вытащить. Таисия и Булка. Не страшно, опять же таки, не страшно. Так, он заработал? Да, он заработал на полную мощь. Проложите провода. Где ты делся? А, Пип пошел за сталью, походу. Походу, Пип пошел за сталью. Давай. Нужно докатить эти провода, потому что у нас сейчас как раз затмение и очень-очень неприятная ситуация может случиться. Давай. Нет, Пип, только не спать. Я тебя прошу, только не спать, не сейчас. Вот серьезно. Тихо, ты все сможешь, Пип, я в тебя верю. Ты у нас супер-друпа стабильный. Работают нужны материалы. Да, ну вот, собственно, и жопка. Так, Булка, ты куда выперлась? Иди доделай могилу. Пип у нас спит на улице. Это вообще нехорошо, Пип. Подойди сюда хотя бы, хоть в тепле поспи, я тебя прошу. Так, могилу сделала. Хорош, и теперь закопай этого уродца, чтобы с утра они его уже не видели. И Таисия на полу. А, у нас же двое, точно, я забыл. А-та-та-та-та-ра-та-ра-та-та. Так, в общем, ты его закопай, инфекция заражения у кого? Ох ты мразь, так, ты у нас который из них фермер, да, ты нам нужен просто до усрачки. Давайте-то назначим ему медикаменты. Кто у нас там про лекарь? Медицина, 5 у нас это про, окей. Давай, ты у нас и врач, и патологоанатом, и все сразу. Окажи помощь ему. Инфекция заражения, опять же таки, у него. Блин, все-таки не дотянули мы провода. Сейчас у нас рис подохнет, походу. Так, давай, лечи. Поверхностные. Сколько? 10%? Ну, я думаю, мы его вылечим. Шанс есть. Так, ну давай уже появляйся. Уйди, затмение хреново. Так, все, рис мы потеряли. Я понял. Можно даже не напрягаться. Булка у нас бесится, все у нас по чуть-чуть бесятся. Так, я эти смерзнуть сейчас начнут. Так, ребята, срочно нужно долбить. Долбить и еще раз долбить. Если вы не хотите сдохнуть от холода, конечно же. Кто у нас там долбежкой занимается? Давайте приоритетим. Приоритетим по полной. Все долбить должны. Ребят, просыпайтесь, идите долбить. Серьезненько. Тут уже минус 9, на улице минус 33. Температура по чуть-чуть понижается, а затмение как бы не особо желает проходить. Поэтому нам очень-очень срочно нужна сталь. Давай. Есть, провел, да? Провел, молодец, умничка. Все, этих тогда отменяем. Так, нафиг. Ну, тебя ладно, троечка пусть стоит. Если прям совсем нихер делать будет. Что произошло? Бен атакован белым медведем. Кем? Так, Эмми. Так, Эмми сразу валишь домой. Это вообще не обсуждается. Булка, бери ружье, становись сюда. Бен, ран. Просто ран. Ну не тупи, Бен, я тебя прошу. Только не в ногу, скажи, что ты не в ногу ему упал. Левая нога, отлично, просто супер. Супер. Так, Таисия, нет, она перед стрессом почти. Так, ты иди сюда.
Идем на помощь Бену. Быстро. Ну давай, резче. Бен, держись. Мать твою, с ногой твоей еще сраной, ну. Так, дальность какая, давай. Вот здесь становись стабильно. Пипчик, беги. Бен должен жить. Не попади в Бена, я тебя прошу. Отлично, давай, Пип, ну активней, ну. Прощай, Бен, я понял. Это просто жопа. Какого хера не было ни единого предупреждения о том, что медведь вообще появился на горизонте? Или типа для них это вообще не угроза, они решили типа, ну, появился и появился. Типа хер с ним или как это происходит, я не понимаю. Так, он его пожрал и ушел довольный. Ну, нормально, просто супер. Ты стрелять будешь? Или репка не чухает вообще? Хорош. Вальнули эту нехорошую тварь. Блин, Бена просрать. Вот это действительно потеря. Блин, уже стрелок охренительный был. И горное дело у него было. Так, вдвоем напинайте им. Чтоб тварь знала, как приходить в чужой двор, мать твою. Ох, так, хорошо. Бена раздеваем. Возвращаем в строй. Где у нас, собственно, Эми. Далее. Снайперку не заберут, это заберут. Построить саркофаг из гранитных блоков. Пошел второй. Вторая потеря наша, к сожалению. Пип, ты что, с ума сошел? У тебя вообще как? С репкой все нормально? Ладно, никто этого не видел, хорошо? Никто этого просто не видел, потому что он взял и сожрал Бена. Это ж не повлияло на других. Блин, ну мы с помощью саркофага могли улучшить капельку состояния. Он же мразь, ну. Пип, ты животное, ты понял? Ты просто животное. Ты хоть вещи не съел? Он, походу, вещи съел. Я в шоке. Так, с энергией у нас опять жопа. Так, Эми, разделай. Эми, нельзя. Эми, готовить. Эми, готовить, говорю, твою мать. Она еще и накормила других. Фу. Так, готовь. А, ну хоть немножко еды есть. Уже хорошо. Так, Пип все чинит. Пип, ну ты, конечно, реально животное. Я не знаю, как тебя еще назвать. Так, наготовили блюд, зато хоть с этого медведя. Давай, сажай. Чё это было? Схерали вдруг. Ладно, допустим, этого не было. Да, я все-таки не могу понять, почему он его съел. Ну, ладно. Фиг с ним. Давай, чини, хотя бы почини все. Если ты починишься, ты уже будешь молодцом. Небольшим, правда, но молодцом. Опять у нас не хватает энергии. Ну, какого хера, ну? При том, что эти работают вовсю почти. Во всю мощность, и нам не хватает энергии. О, боженьки. Так, а уборкой почему у нас никто не занимается? Непонятно. Так, мебель, кровать. Из гранита. Гранита у нас нет. Хорошо. Кровать из мрамора. Окей. Ставим ее сюда. Здесь выбиваем стенку. Надо хотя бы, чтоб Таисия у нас валялась, развлекалась. Так, с этими ребятами нужно беседовать и еще раз беседовать. В оковах замедлен. Кстати, раньше этого, по-моему, не было. А раньше-то такого не было. Да, все-таки ледник — это одни потери. Одни потери, причем ужасные, страшные, неприятные потери. Стоп. А, у него, по-моему, до сих пор заражение, да? Заражение легкое и почти вылечено, отлично. Но медикамента у нас нет. Нервный срыв, псих Эми. Серьезно, Эми, да? Милочка ты наша, ты решила с ума сойти. Как ты вовремя к этому пришла? Ты б только знала. Наваляйте ей быстренько. Только не убейте, я вас прошу. Молодцы. Спасти Эми, давай. Кто у нас там еще на грани? Булка и Пип, да? Экстрим брейк риск Пип.
Найс. Съел тушу. Ну нахер ты ее ел? Ну, ты дурной или что? Съел сырую человечину. Ой, и пипу еще придется навалять, судя по всему. Судя по всему, ему придется навалять. Так, Эми, что там, прям сильно так наковыляли? А, у нас медикаментов нет. Ей, мы последний тратим на Эми. Просто супер. Еще и жратву тратим на этих уродцев. Просто класс. Ребят, поубирать? Не думаете? Не? Че? Мыслишка не приходит? Major break risk, Эми. Да ты что, Кашто? Ты тоже тушу ела? Ой, ты какая молодец, а? Вы хоть их не выкапывали? Не, уже хорошо. Уже плюс. Уже плюс. Кстати, удивительно, по сути... Чё с тобой не так? Глубокое, так 98%. 99%. Будь здоров и не болей. Так, кровать выставляйте, это убираем, это убираем, это убираем. Далее, стенку выдолбите обязательно. Так, температура какая терпимая. Да, 16 градусов, это еще как-никак. Как-никак. Нервный срыв грустно блуждает. Кто у нас блуждатель-то? Пип. Ну ладно, поблуждай. Расти, такой только вещами не раскидывайся, я тебя прошу. То у нас таких, как ты, блин, хреново туча. Так, сейчас очень-очень большой расчет на эти несчастные ветряки. Просто огромные. Сейчас они дают 3000... Да, 3000 ватт. Это просто супер. Да, у нас даже переизбыток небольшой энергии идет. И все, они начинают затухать. Что очень плохо. Да, я не знаю, рисковать, не рисковать. Вообще придется, наверное, рисковать. Так, 19 градусов, все окей. На улице минус 33. Так, Эмми исцелена, отлично. Еды у нас нету. Вот это как раз не отлично. Так, давайте тогда попробуем, все-таки проверим, что здесь. Здесь выставим. Здесь у нас просто куча места на самом деле под рассадку, причем что даже грунт в принципе неплохой. 70% плодородности. Но как нам это все отеплить, я не представляю. Как бы нам это все так хорошенько провернуть. Мы можем, знаете как вообще, мы можем вот так его отделить. Давайте так и сделаем, а у нас нечего, да, отделять. Да что ж ты будешь делать. Ну, в общем, я сейчас как хочу сделать. Я тогда попробую отделить пополам эту всю огромную местность. Вот так где-то как раз, вот здесь стена будет находиться. Новый рекрут. Завербовалась 0,6% шансом Кристобала. Ну, не худший вариант. Где ты, пассажир? Так, ты у нас что можешь? Ты у нас фермер, ты у нас просто профермер. Поэтому с Эмми... Нет, с Эмми-то не скидываем эту обязанность. Пусть она будет, но вторичной. Так, убирать будешь у нас. И художник ты нам не нужен вообще как художник. Ну, ладно, пока будем. Пока что будем. У нас шахтера нет. Поэтому Булка у нас шахтой будет заниматься. Нет, там бы я тебе не советовал ложиться спать. Серьезно. Спить и хочешь, но не там. Потому что там холодно. Там минус 40. Я не знаю, как у тебя вообще пришла мысль там спать. Что это было? А, это щит. А нахрена ты щит напялил? Ты ж стрелок. Какой тебе щит? Ты чё? Бери пистолет. Чё ты как этот? Чё ты как в самом деле? Так, он еще и сейчас дернется у нас по шизе, да? Беспокойный сон. Сон на холоде, сон на улице, сон на земле. Ну, ты сам себе организовал на улице, так что не надо. Я тут точно ни при чем. Собственно, ремеслом кто у нас занимается? Ремесленник и ремесленник. Будет так. Делайте камешки. Я хочу отделить. Сейчас мы даже заранее... Хотя я не знаю, с какого же камня оно будет. Ладно, так хотя бы просто разметку сделаем. Значится, вот посюда. Или даже посюда. Да, наверное, вот так. Мы полностью все заграждаем стеной. Вот, тем самым область, которую нам нужно будет обогревать, становится гораздо меньше. И я думаю, что если мы втулим сюда два аккумулятора, обогревателя, то мне кажется, гораздо быстрее прогреется вся эта местность, и мы сможем
Фу, как вовремя раздражение. Рэнди Рандом, я тебя обожаю. Грузовой контейнер, еда. Нет, это серебро. Это не еда. Так, ребятки, занимайтесь камнями. Срочно. Так, сейчас мы немножечко им сделаем неприятность, наверное, в том плане, что будет по несколько человек в комнате, но у нас других вариантов просто нет. У нас других вариантов просто нет. Вот так, все. Будут по два человека спать, но зато они будут спать на уютных местечках. Так, у нас 25... это мрамор, да? Да, мраморные блоки. 45, супер. Постройка. Мраморные блоки. 45. Застраивайте. Давай, Пипчанский, я в тебя верю. Не испорь только ресурсы. Торговец идет. Давай, давай, иди ко мне, родной. У меня серебро вроде еще есть. Да, 600 серебра. Я бы с удовольствием у тебя хавки накупил. Кристобал отлетит сейчас. Очень шустро, мне кажется, он отлетит. Так, у нас энергия нормализовалась, мне кажется. Мне кажется, нормализовалась. Так, мрамора у нас больше нет, зато у нас есть гранит. Давайте гранитом вот так застроим. Или даже. Да, так и застроим. Давайте быстренько. Здесь выбьем одну стенку. Так, достаточно ли нам будет здесь одной батареи? Сейчас посмотрим. Так, и тут тогда уже раз на то пошло, здесь тоже поставьте стенку. Минус 20, минус 18, на улице при этом минус 30. Да, температура падает. Но я не знаю, до скольки она упадет точно. Да, второй придется все равно ставить. Что у нас по стали? По стали у нас сталь есть компоненты. Как раз две штуки. Давайте, ставьте второй. Ой, торгаши. Кто у нас там? Общительный. Общение. 8, 9 было. 9. Эми, подъем. Торговать. Еда. Вяленое мясо по 3 бакса. Серьезно? Не-не-не-не-не. Или да-да-да-да-да. Походу у нас вариантов нет. Нам придется да-да-да делать. Эми, гранаты я точно вам не отдам. Вот этого парня, в принципе, можно впарить. Но, блин, у них еще настроение ухудшится. А куда уже ухудшаться максимально ухудшенному настроению? А, давайте у них тогда слямзим 120. Или фиг с ним, знаете, давайте 200 возьмем. Хапанем у них. А, у нас не хватает. Лол. 195 тогда давайте. Принять. Благодарочка. Еду разобрали. Быстро. Быстро. Похавали мяска, чтобы вас попустило всех, чтобы вы тут особо не нервничали. Отлично, это они на один раз похавать? Ну, супер вообще. Так, здесь тогда поднимаем температуру до 27, здесь тоже поднимаем до 27. Так, о, процесс вроде пошел. Минус 3, 0, 1, 2, 3 градуса, все, супер. Приказ, область, посадка. Так, это у нас все посадка, это тоже посадка. Вот сюда это тоже посадка, и это посадка. Ребята, походу мы заживем. Мать моя женщина, главное дожить до момента, когда оно прорастет. Так, быстро, фермеры, кто у нас там? Ну, у нас же профермера есть. Давайте, ребятки, давайте. Так, все спят на хотя бы спальниках. Да, все, супер. Им немножко будет неуютно из-за того, что они рядом храпят, но тем не менее. Вот особенно этот парень, он меня что-то напрягает. Грузовые контейнеры, еда. Да, еще и шикарные блюда. Это шикарные или вкусные? Это вкусные блюда. Так, кто у нас там чухается лучше всех? Эмми. Подъем. Боже, я их чуть из виду не потерял. Перенести вкусное блюдо. Быстренько, чтоб с утрыца все уже вкусненько, смачно покушали. Все себя замечательно чухали. Давай. Так, медведей тут рядом нет. Внезапно, как всегда. Еще и на белом фоне их же хрен увидишь, как бы. Эми, ты еду донесла вообще? А что ты ее сюда положила? Точно. Так, торгаши, у меня больше ничего нет.
Вам же дубинки не нужны, всякая хрень не нужна, поэтому... Мне показалось, или он сожрал в одно лицо 10 блюд? А, они этот еще не забрали, все окей. Я думал, что они забрали уже все 17, и один пришел, милый такой добрый парень, и съел все блюда. Так, Эми, забери еще блюда. Высаживайте, высаживайте рисик, давайте, давайте. Давайте. О, как-то так хорошо становится, что мы с одной проблемой уже вроде бы решились. Так, скорость роста какая? Нужен свет. Согласен, свет нужен. Да, она будет дольше гораздо расти. Гораздо дольше. Вообще, чисто интерес, ради интереса можно было поставить обычные лампы, проверить, сколько они дают освещения. Лампа... А, кстати, мод по инфе можно узнать. Воспламеняюсь, максимальное здоровье, объем работы... Нет, вроде бы нет такой информации. Абсолютно никакой. Ну, давайте попробуем втулить ее где-то вот сюда, к примеру. Посмотрим, что она нам даст. Тут прилегающие растения 50%. Давай, пипчик. Заделай. 14, 14, 14. Не, они не растут вообще, а при этом свете они растут на 14%. Ну, блин, это очень медленный рост. Я бы сказал, это ужасно медленный рост. Ах, так, переставить. Давайте сюда ее туда поставим. Кстати, лампы тоже, по-моему, раньше нельзя было переносить. Но теперь-то ведь можно. Ставим тогда здесь эту лампу. У нас других вариантов нет. Она, правда, не дотянет нас до большинства. Вот нам ее сюда нужно поставить. Но минус 1600 сейчас еще будет. Еще минус 1600. Давайте, пожалуйста, ну крутитесь. Ну, позязи. Минус 4300 потребления. Давай, 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 поднимайся, поднимайся. Редкие трумбы. Не-не-не, вы мне сейчас вообще не котируетесь и никуда не нужны. Так, минус 1000, отлично. Работают вентиля, теперь у них скорость роста 70. А у этих? А у этих тоже все равно 14, не дотягиваем, не дотягиваем. Ну главное, что мы основную массу забираем. Фу, это уже плюсик. Ой, ребятки, что-то я за это заговорился, так сказать, заигрался. Поэтому давайте сделаем с вами, наверное, небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся уже в следующем эпизоде. Удачи!